Сегодня в управлении Министерства внутренних дел России по Магаданской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского творческого конкурса «Полицейский дядя Степа-2018». Его проводят среди юных колымчан от 6 до 14 лет. Из 20 подделок и рисунков выбирали 3 лучших. Победительницей стала 12-летняя Ксения Князева. Девочка 6 лет занимается лепкой из глины. Глиняный дядя Степа уже отправился на всероссийский этап. Выполнялась эта работа в течение 2 часов. Сначала нужно было слепить основу, это было не так сложно. Сложнее всего было расписывать и делать лицо. Всероссийский творческий конкурс «Полицейский дядя Степа» Министерство внутренних дел России проводит 5-й год. В этот раз он приурочен к 300-летию российской полиции. Финал конкурса уже начался. На сайте Министерства внутренних дел России можно проголосовать за работы в онлайн-режиме.